сообщает об ответе РФ экс-президента на слова генсека НАТО, что оружие путь к миру, что ложь стала правдой. В ответ РФ экс-президент привел цитату и известной самой Оруэлла книги. Вообще полная цитата звучит так. Приведенная Дмитрием Медведевым. Прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой. Но самое главное в этой цитате, именно вот эти слова. А ложь стала правдой. А я все пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Напоминаю людям лучшую на всех их сатиру. Потому что долго человека напоминать об этой людям всем пословицы. Давят на меня вериги. Потому делай, что должен, пусть будет, что будет.